получил сообщение от экипажа номер 810. Движение автомобиля марки Audi 6 со стороны улицы Дорадского направления улицы Мусина, города Казани. Находясь на участке местности, расположенном на пересечении проспекта Кусаина Машева и улицы Мусина, города Казани, потребовал водителя остановить транспортное средство. Задин проигнорировал закон требования Грудинова, не осознавая, что применять на себя опасность для жизни и здоровья в отношении представителей власти при исполнении своих должностных обязанностей, желая это, управляя автомобилем марки Audi 6, продолжил движение, после чего передняя часть вышеуказанного автомобиля умышленно совершил наезд на инспектор ПДС 3-го взвода 3-го карьерного полка ДПС ГИБДД МВДР по городу Казани. Лейтенант полиции Грудинова, находившись в установленной форме одежды, сотрудник полиции, исполнение своих должностных обязанностей, причинив тем самым последнюю физическую боль, телесное повреждение или ушиб мягких тканей или уголь. По данному факту, 12 сентября 2017 года, на следственном отделе по Мусаинскому району возбуждено уголовное дело. По признаку преступления предусмотрена часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозрение совершения ушеказанного преступления 14 сентября 2017 года в 11 часов 30 минут в порядке предусмотренной статьи 91.2 УК РФ был задержан Зеленов Руслан Рябович, 3 января 1987 года рождения. Официально нигде не работает, семейные отношения не обременен. Кроме того, необходимо учесть факт, что Зеленов ранее уже неоднократно привлекался уголовной ответственности, в том числе и за корыстное насильственное преступление, а также за преступление против жизни и здоровья, что говорит о том, что Зеленов совершил новое преступление, должных выводов для себя не сделано, то есть правильно не встал. При таких обстоятельствах следствие имеет достаточно оснований полагать, что оказавшись на свободе, президент может оказать давление свидетелей, совершить новое преступление, а также скрыть от следствия суда. С учетом изложенного, следствие считает необходимым избрать в отношении Федорова Зидина меры пресечения и заключения под стражу. Приглашен лейтенант Леонид. Встаньте, пожалуйста. Ходатайство вам избрание меры пресечения и заключения под стражу. Я не желаю как бы под стражу. Как бы. Вы ходатайствуете, как бы, вы имеете право, как бы. Снимите, закрывайте. Я свою вину осознал полностью, то есть я сказал, что я был неправ, то есть не обращение не связано с лишением свободы, правильно? Ну да. Заболевания какие-либо имеете? Заболевания? Да нет, как не имею. У меня просто единственный вопрос, потому что у меня отец старенький, как бы. Я уже там был, отбывал наказание, мама потерял, как бы не хочется там. Чтобы как бы меня отец еще раз умер. У меня брат сидит старше. Сейчас я поставить семью, дальше что? Вот это мне вопрос больше интересен. То, что вы не признаете, то, что вы там бумагу не признаете, это же фактом доказано. Больницы. Я своими ногами, руками то ходил, когда еще мою машину. Ранее неоднократно он был судим, а постоянного источника дохода он не имеет, и с чем есть основания полагать, что, находясь на свободе, он мог продолжать заниматься преступной деятельностью, и с чем прошу удовлетворить ходатайство следователя и убрать за один умер пресечения в виде заключения по стражу. Я на него не заезжал, я потом просто выбежал, хотел под машину попасть. Он выходит, вас хотел остановить, ваш автомобиль, идти на дубовом капоте, или как там все было? Я не знаю, как у меня там было. А как вот у вас было? Вы расскажите, как все происходило? Я ничего не хочу рассказать. Ну там пистолет достал, да? Я уже на вас нанял оружие. Может, поэтому вы решили, надо сложить? Как бы мне сказать, на газ нажать? Я не нажимал на газ, я нажимал на тормоз. Если я нажал на газ, я бы убил, и все. Это же разумно. Ну вот вы все время признаете, а что и в чем вы занимаетесь? Потому что вы не наехали или в том, что скрывалось от сотрудника ДПС? То, что был пьяный, всего лишь поэтому я сознаю вину. А то, что он умел совершенно наезд? То, что он умел совершенно наезд, он то выбежал на дорогу. Да. Входит, он сам виноват, что он там выбежал, и так как бы все получилось. Это не ключевое. Не, вы уже двигались, когда он выскочил, да? Просто вы не успели затормозить, или как получилось вот это? Когда не успел, затормозил, и машина дальше поехала. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».